В рамках 7-го тура чемпионата волгоградский «Ротор» принимал у себя дома команду «Родина-2» из Москвы. На матч пришли свыше 10 тысяч зрителей. В предыдущей встрече «Сине-голубые» потерпели выездное поражение от «Краснодара-2». Разумеется, хозяева «Волгоград-арены» желали реабилитироваться за неудачу, тем более на глазах родной публики. «Ротор» начал с места в карьер. Уже на 8-й минуте счет в матче был открыт усилиями Рамазана Гаджимурадова, который элегантно уложил игровой снаряд в ближний угол ворот. Яркое начало поединка не послужило импульсом для будущих свершений «Ротора». Удар Гаджимурадова стал единственным попаданием в створ для синеголубых в первом тайме. Волгоградцы не стремились форсировать ход событий. «Родина-2» же предпринимала попытки оказать давление на оборону соперника, но тщетно. На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу хозяев. Футбол, который мы готовились там, на сборах играть и хотели, к сожалению, не получается или нет возможности там его проявить. Поэтому да, отдельные фрагменты в атаках комбинировали, это хорошо. Вот, но еще в этом компоненте много нам нужно прибавлять и готовиться. Главная концепция игры была то, что высоко не поднимались, не включали верхний прессинг. Команда «Родина», которая хорошо контролирует мяч, много молодых техничных футболистов. У них акцент, фланговые игроки заходят в середину, создают там численное преимущество. Они очень хорошо комбинируют, мы смотрели, изучали. В перерыве рулевой «Ротора» Сергей Попков совершил перестановки в составе. Вместо Филиппа Дворецкого на поле появился Алексей Усанов. Снова тренерские решения наставника «Сине-голубых» повлияли на ход поединка. Вышедший на замену Усанов прострелил с левого фланга в штрафную соперника, в результате чего мяч попал в руку защитника гостей. Судья указал на точку. Исполнять пенальти взялся Рамазан Гаджимурадов. 10-й номер «Ротора» был точен, оформив дубль в матче. Отпраздновал гол Рамазан вместе с болельщиками. «Родина-2», как и до перерыва, совершала подходы к воротам хозяев. Однако на большее гости в этой встрече вряд ли могли рассчитывать. Оборона «Ротора» действовала крайне надежно. 2-0 – уверенная победа волгоградского коллектива. В основе всего это дисциплина, характер в системе отбора, потому что у нас был очень серьезный разговор, разбор предыдущего матча, когда мы пропустили 3 мяча и допустили много моментов. И как бы, знаете, расхожая фраза, что можно выиграть один матч в атаке, но побеждает в долгую это за счет вот системы оборонительных действий. Поэтому мы так, ну, если образно сказать, такой итальянский футбол сыграли. После этой победы «Ротор» набрал 10 очков. На сегодня «Сине-голубые» находятся в тройке лидеров чемпионата. В следующем туре волгоградцы у себя дома примут «Чайку». Матч состоится 14 апреля. Игорь Чмев, телеканал «Волгоград-1».